Вот что я сегодня хочу сказать. Я пробыл несколько месяцев в России, и я понял, что в США очень плохо, очень плохо. А в России тоже плохо. И поэтому я думал, и вот надумал, что мне надо съездить в Европу. Мне говорили куда-нибудь съездить. Я решил съездить в Европу и посмотреть. Это никогда не был. Вот может мне там понравится, и я там останусь. И вот вы видите, я сейчас вам показываю картинку. Вы, наверное, не догадались, где я. А я нахожусь в Швеции, в городе Стокгольм. Вот. И что я хочу вам сказать, этот город меня поразил. Вы сами видите, почему. Здесь, видите, очень много людей ходят. Вот, все такие улыбающиеся. Вот, и вот я... Они не так улыбаются, как это в Америке, как в США. Вот, они не так улыбаются. Они улыбаются как-то вот по-другому. Вот, и в России так не улыбаются. А вот в Стокгольме улыбаются, и мне вот как бы это нравится, вот. Ну, вы сами понимаете, что мне... Не это главное, чтобы улыбались, а это, что много людей, похожих на меня здесь. Видите, вот там проходят люди по дороге, они очень похожи на меня, но, может быть, они внешне не все похожи, хотя и внешне похожи. Они по менталитету и по своей, я бы не побоюсь это слово сказать, сексуальной ориентации, они очень похожи на меня. Вот. Я думаю, вы сами догадались. Я не ожидал, что я приеду в Стокгольм и увижу столько людей, похожих на меня, и таких радостных, и они вот даже парами ходят, вот, и вы там дальше увидите, и даже целуются, вот такие, как это. Давайте посмотрим на этих прекрасных людей, которые вот сейчас дружной колонной идут, взявшись за руки, танцуя красиво, вот, улыбаясь. И вы знаете, вот я стоял, смотрел на них, и когда они мимо меня проходили, они мне махали руками и призывали куда-то. Вот, и мне так хотелось пойти с ними, так, но я еще боюсь, потому что не знаю, куда они шли. Они все шли куда-то в одном направлении. Я не знал, куда они идут. Вот. Ну, я тут только вот первый день в этом городе Стокгольм, да. Вот. И сегодня я вечером пойду еще куда-нибудь и посмотрю, куда они пошли. И, наверное, тоже пойду туда. Потому что вот не в США и не в Москве. Я вот не видел, чтобы столько людей, вот таких вот, как я, дружно ходили куда-то в какую-то сторону. Вот, я хочу узнать, и если это то, что я думаю, я там, наверное, пару себе найду. Я думаю, там есть и мальчики, как девочки, и девочки, как мальчики, вот, и разные другие, как я. И там много чего можно найти, конечно. И меня кто-нибудь подберет. Я знаю, что меня кто-нибудь подберет. Вот. И там люди обеспеченные, я вижу. Вот. Они явно это... Вот когда я шел вдоль улицы, и там это кабаки разные, я посмотрел на цены. Цены просто ужасные. Ужасные цены. Даже дороже, чем в США. В США там все дорого. Вот. А в этом Стокгольме еще дороже. Но мне нравится тут, мне понравилось, потому что здесь вот такие вот люди, похожи на меня. Их очень много. Вот, очень много. Вот зачем мне сидеть в Москве? Я же все равно работать нигде не буду. А в Москве я сижу, снимаю какую-то захудалую квартирешку,
в каком-то там отдаленном районе, ну, не буду говорить в каком, потому что я не хочу, чтобы знали, где я живу. А если я уеду в Стокгольм, если я уеду, меня уже не достанут вот эти вот нехорошие люди, которые меня в Москве сейчас уже начинают вылавливать. И я уже опасаюсь уже ходить по многолюдным улицам. Вот, я хожу все по разным таким закоулкам, где мало людей, где трава высокая. А в Стокгольме, вы видите, я прямо в центре города, в центре хожу, и никто ко мне не пристает. И даже здесь я не видел ни одного еще полицейского. Представляете? Вот, я думал, что вот полицейский должен охранять вот таких, как я, потому что мы не такие, мы вот такие вот умные, мы философского склада ума, вот, и не хотим работать, вот. А в России вот люди почему-то не любят вот таких нас, которые философствуют и не работают, и не хотят работать, да, и говорят, что все вокруг быдло, вот, ну, ну, вы же сами знаете, что вы все быдло. Вы в России все быдло. Вот в США тоже есть быдло. А в России этого быдла еще больше. Вот, мне никто в США сзади не подходил и не приставал. Только издалека на меня смотрели. А в России ко мне так и норовят подойти поближе и пристроиться сзади. Вот. А вот в Стокгольме... Я тут хожу, видите, много-много людей, а полицейских нету, потому что никто не пристает, потому что здесь все такие, как я. Вот все такие, видите? Вот. Я вот думаю, надо мне тоже одежду такую купить, современную, модную, а то я хожу в Москве, как все эти самые быдлы московские, и прям мне это уже стыдно становится. В общем, вот так вот я вам скажу. В США очень плохо. Вообще отстойная страна, отстойная. Вот. А Россия и тоже такая же скоро будет, как США. Тоже отстойная страна. Поэтому я эмигрирую в Швецию. У меня американский паспорт. И с американским паспортом мне виза даже не нужна. Я приеду в Швецию и буду жить в Швеции. Вот так вот. Ну, все, до новых встреч.